Ереван был городом-деревней. И тут не жили армяне. Они сюда приезжали продавать. Их было меньше, чем других. И после, когда стала Армения Советской Республикой, сюда послали архитектора, который учился в Петербурге в архитектурном институте, Александра Каманяна, чтобы он создал город, столицу, такую маленькую столицу Армении. Он создал с нуля все. Много чего было в то время разрушено, история была разрушена, но он просто с чистого листа создал столичный такой план маленького европейского городка.